Кстати, вот репа. Она такого цвета, потому что там томат еще. Очень вкусно, очень невероятно вкусно. Мягонькая такая, прям класс. Делишус. Белиссимо. Ну, чесночок, конечно. Вообще просто как томатная паста. Курочка просто расслаивается. Смотрите как. О, курочка. Все, ребят, я этот кулинарный блогер. Ну его нахер этот бьюти-блог, да? С моими щами только бьюти снимать, да? Еще раз. Любые овощи с любым достаточным для вас количеством мяса. Варим в пиве и все. Волнений не имеем. Час полтора, час 45. И потом, короче, на огне вот так вот их, ага. Не попаду. Еще не под всяким углом срабатывает.